Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, приготовим очень простой, но и вместе с тем же очень сложный по своим вкусовым качествам, очень насыщенный, нарядный праздничный салатик. Для этого нам понадобится вот такой набор ингредиентов. Мелко все нам нужно нарезать. Особенно лук, по возможности красный, так салатик будет еще более яркий. Авокадо, друзья, я использую и как для вкуса салата, и в роли декора. Поэтому обязательно нужно сбрызнуть его лимонным соком. Я делаю вот такой вот красивый заборчик. Ставлю кольцо и буду салатик порционно подавать. На каждую порцию все идет по 2 ложечки, кроме лука и соленой рыбки. Добавляем майонез по вкусу, соль, перец. Все перемешиваем перед подачей. Оформляем, как я уже сказала, в кольцо. И подаем. Салат очень нежный, повторяюсь, очень вкусный. Обязательно, друзья, приготовьте. Вам очень понравится. Добавим лучок для вкуса. И будем наслаждаться. Обязательно, друзья, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, потому что впереди будет еще очень много интересных, полезных рецептов. До новых встреч, мои дорогие! Пока-пока!